Всем привет, с вами Дагуот, это StarCraft Remastered, компания Зазергов. Готовлюсь к девятой миссии. Эпизод 2. Добить всех протосов, к сожалению. Королева клинков породила охоту на протосов, что осталось среди тлеющих. Что остались среди тлеющих после Шинчара. На чаре, в принципе, закончились, пацаны, видимо. Протосы, я имею в виду. А в это время разросшийся рой зергов совершил. Рой зергов, да. Рой с большой лук. Мне так на это всегда прикалывало, на самом деле, прикольно. А в это время разросшийся рой зергов совершил пространственно-временное перемещение и приступил к завоеванию Аюра, родной планеты Протосов, с которой они, видимо, не ногой. Вторжение на Аюр, рой зергов, высокая орбита Аюра, родной планеты Протосов. Дети мои, час победы уже близок. На Аюре рой поглотит сильнейшую из существующих рас. И тогда мы превзойдем все другие творения. Совершенство. Но сперва последнее приготовление. Мне нужен кайдариновый кристалл. В нем кроется сила, о которой протосы не могли и мечтать. Я рассчитываю на тебя, Церебрал. Добудь кристалл и покарай врагов роя. Быстрый брифинг, быстренький. Так, приведите рабочего к скоплению кайдариновых кристаллов. Видимо, там будет не один. Ну, подозреваю, что надо не привести, а пробиться скорее. Как обычно. Как-то так. Для того, чтобы роботы не разговаривали. Самый неподходящий. Ресы, в принципе, кучка ресов здесь нормальная, да, поросяк. Это
закрытия. Придется прорываться с боями такими. Так, окей, омут рождения есть, эволюционная камера есть, пещера гидралиска, видимо, не особо нужна. Прикольно, то оказывается, без него можно будет строить все. Хорошо. Так, скорость передвижения пацанов. Здесь как бы тяжко. Тут показывает практика. Здесь будет ПВО. Я понял, надо экономить газ. Газом вообще ладно будет. Все, пацаны, нарезы. Давайте резы. У нас, конечно, маловато, но что делать? У меня выбора немного, я экономлю. Видите, такая выкономлю. Первая армия. Давай, заканчивайся. Эволюция завершена. Я этому безумно рад. Не хватает, да, сделаем, без проблем. Ага, вот есть, один, кстати, забыл. Так, ну где-нибудь, наверное, здесь я поставим. Да, потому что делать слизь. Давай, что надо. Плохо. Не хватает. Очень плохо. Хватает. Ну, сейчас хватит. Значит, беда. Да, вот мой детектор походный. Эволюция идет слишком не быстро. Счастлив этому моменту.
газ. Вот так. Идеально. Это будет просто идеально. А тем временем... Можно больше без пена. Да. Да, зомби, да. Это реальная беда. Она такая какая-то виртуально надуманная. Но, тем не менее, возможно, здесь намного будет флота, и я смогу крабиками отстреливаться. Сдалека. Это не особо выгодно. А самая главная беда, что я не особо могу сейчас Нам нужно больше без пена. Так, пошел я на разведку. Все пилоны. Что они думали? В сказку попали? В сказку попали. Это зерги. Зерги, которые потихонечку из-под тишка что-то где-то делают. Потом буду заниматься остальными всеми делами. Thank you.
грабить двух мейджеров. Три морды. Две маллата. Сейчас появится чуть-чуть много крабов новых, и это прекрасно, на самом деле. Учитывая, что сейчас это будет моя главная дамажащая единица. Сюда. Благо, они неплохо справляются после переработки. Так, вот сейчас появится его единица. Сюда. Крабики заделают. Больше ресурсов. Вообще печаль какая беда. Да.
иголку еще воткнуть. Где-то, наверное, не знаю, блин, куда же поставить-то мест нету свободных.
бешено. Прекрасно. Раз эволюция завершена, мы дефа, потому что его реально... Наши войска атакованы. Одна собака еще осталась, у нее одно убийство, один килл, блин, один фраг. Класс. Просто класс. Так, почти фуловые. Значит, надо крабов добавить. Крабы показали, что они очень эффективны. Очень хороши. Добавим несколько крабиков, что тут есть парочка при смерти пацанов. Ресы заканчиваются, все заканчивается. Вообще, как жить, прикажете? Да, всего лишь одна фулочка. Одна фулочка, фото и как-то заканчивается. Здесь
ты готов, а я готов тебя заполучить. Так, всё. Сбежал, сбежал. Вот он. 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 Вот
Просто движ нафиг. Сюда. С мини-базой здесь рядышком, под боком буквально. Так, у меня убили всех работников. Не, не убили рабочих на газерах. Наверное, здесь еще одного поставлю. Потому как тут что-то беда с ней. Какая-то вообще неправильная. Да здесь же, ну что тебе у цели указать? Давай, стройся, ну. Сюда, забывать. Раз, два. Ребята, на Веспен, срочно на газ. Срочно. Прекрасно. Время не могу продолжать делать правильно. Чё ты стоишь? Я не помню. Давай. Трудиться, чувак, трудиться. На газ это на рейс. Нам нужно больше Веспена. Так, все здесь. Все готовы трудиться. Ты у нас будешь номер два. Кусочек пачки номер два. Нам нужно больше Веспена. Тем временем я пойду дальше ломать всех. Камушки. Наши войска атакованы.
Конечно, финтушами, просто куча рабочих и здесь вот наземная все штуки расстраивает. Ладно, тем временем, наверное, что сделаю, я пойду буду ломать потихонечку здесь. Тоже вариант, в одном направлении там у них большая база. Теперь уже базы мостов нет. Что делать? Thank you.
Кстати, о, тоже такие партизанские. Ладно. Что делать? Значит, будем это делать. Заменять рабочими. В конце концов, мне выбора немного. Я тут три смерти. Мои птички. Патрулируй мне. Знаешь, куда бегай? Занимайся делом. Мистогаза, топовая бронька для моих пацанов. А это, наверное, сейчас не позволит дорог. Не так лажа. Нам нужно больше беспека. Хоть газ, хоть кристаллы пока не закончились, уже радует. Сейчас как хиля птичек, и можно будет продолжить потихонечку. Краби. Что дело? Сюда рашится. Вот с этой стороны и потихоньку разламывать базу. Что еще остается? Газа, значит, пойдем. Новая тактика. Будем заливать все слизью, чтобы пробиться и строиться. Видимо, как-то так. Иначе мои крабики долго могут находиться, но я не могу себе это позволить. Пока это главная моя дымажащая сила. Так, вы пока что в саппорте. Крабики сюда.
Испугались, ребята, да? Ну да. Блин. Хорошие.
Измена. Измена уже работает. Так, фризят долго, что аж как-то неприятно, сильно неприятно. Просто прилетает и убивает. Наши войска атакованы. Да, я хотя бы эти...
Лё поставить этим гаврикам. Слишком дорого. 4 краба осталось. Печаль какая-то. Тем временем у меня заканчиваются кристаллы. Но я успел передавать какое-то количество все-таки пацанов. Так,
получилось. Так, ладно. Вообще ничего сделать. Тут, ну, уже два убийства, два фрага стреляла. Собака там раздает. Просто по полной. Причем эти 1500 просто тают. Приходят и тают. А, тут две фракции воюют, я понял, две разные. Его взять-то больше. Самый момент здесь нарисовываются пацаны, когда мне некому убивать. Просто некому убивать. Да я в курсе, что враг открывается, что я могу сделать? Они сидели, выжидали, пока я это сделаю.
Просто так сдамся? Ага. Сейчас. Возьму и сдамся. Придумали чего. Так, да. Вот, жаль, я этот банан не успел получить. Опа, и Thank you.
летать здесь. Может, там какие-то ресы есть. Либо газом со всеми делами. Ну, газ, еще как газ. Базу мне дали. Базочку мне сюда. Просто базочку. Как я сразу не пострелял сюда, мне? Вообще. Это было так просто. Легче будет, может быть, немножко. Так, да, газ. Срочно. Да. Так, ты почти. Перегруппируемся. Замутим новую пачку. Так, этот есть. Дальше. Граб. Граб. Больше граб. Сильно много, но газ, лишний газ, это просто подарок, я бы сказал бы. Yeah.
Давненько такого не было. Тем временем поставить дальность обзора. Вот, да. Видимо, много можно сразу делать, потому что если нам пригодятся. Два нареза. Пока есть газ, нет резов. Как-то тоже не особо прикольно. Слабенькие, как можно было подумать.
сюда. Блин. Ну, интересно, на самом деле партия достаточно интересная. Просто в коконе провели много времени. И, ну, я имею в виду первый взвод, и поэтому просто живые. Крабики, которые будут потихонечку сдалека что-то там делать, что-то дымать.
Да, похоже, у компа заканчиваются уже ресы. Это круто. Это, блин, реально безумно прикольно. Что здесь? Здесь все. Здесь что-то ковыряют, пацаны. Здесь сейчас просто... Пакован. Кстати, ресы остались, не тронули. Я получил вот все посмотрите. Thank you.
ПВОхи. Так, ладно, смотрим еще раз. Пачка номер раз будет, да? Похоже, не особо выходит. Не хватает надзирателей. Сейчас все будет. Так, вас сюда, ребята. В конце концов, прочная экономическая основа решает зачастую. Пачка будет, которая на дефе. Вот эти наивные чудики тут что-то летают, что-то делают. Вопрос зачем, непонятно.
войска Декоды. Еще одного рабочего можно сюда послать. О, один одинешенник мой. Иди сюда. Что ты получаешь? Давай трудиться. Вообще непонятно. Наши войска атакованы. Thank you.
одного рабочего отправить куда-нибудь. Кто тут где притаился? А ну. Будет у нас. Прекрасно. Скоро это сколько? Через 10 минут. Видимо, в этот момент должно нарисоваться какая-то сдерживать войска протоса. А войска протоса вообще остались живы, нет? Тем временем можно, наверное, построить чего-то. Да, с газом у них тоже как-то невалом бывает. Я смотрю. Два источника газа, видимо, поэтому они так активно стопорнулись на второй части. Нет, сейчас он спрятанного где-то, затаившегося в уголочке. Да. Наполнение полигонов просто подчистую расходовался, чтобы. Эволюция завершена. Классно. Thank you.
завершена. Заапгрейдимся, сейчас по самой не балуюсь. По самой. Естественно, в оригинальной версии здесь ничего не было, здесь просто была вода. Ну, в HD версии ремастер. Как бы красивее. Да, хорошо, что я вырвал всех на снова. Здесь как раз это очень удобно. Thank you.
Цели задания. Поставьте кайдриновый кристалл к маяку. Столько времени для того, чтобы все миссия закончилась. Ну или я. Беда произошла. Буду разбираться дальше сам, как и что. С вами был Дегот, всем удачи.